Добрый день, уважаемые коллеги. Начну с того, что на минувшей неделе наша корабельная авианосная ударная группа во главе с ракетным крейсером «Петр Великий» совершила переход по Восточной Атлантике в Средиземное море. С 27 по 29 октября судами обеспечения произведено пополнение корабельной группы всеми видами запасов до установленных норм. В ходе выполнения задач авианесущей группой на маршруте перехода доложит исполняющий обязанности командующий Северным флотом вице-адмирал Моисеев Александр Алексеевич. Но особенно удивила нас позиция отдельных стран, которые под давлением Соединенных Штатов Америки и НАТО публично заявили об отказе в заходе наших боевых кораблей в свои порты. Это никак не отразилось на графике их движения по заданному маршруту, поскольку они обеспечены всеми необходимыми ресурсами. Так же, как и наши группировки в Хмеймиме и Тартусе, куда в среднем доставляется 2000 тонн различных грузов в сутки. Важно другое. Видимо, так наши партнеры понимают свой вклад в борьбу с международным терроризмом в Сирии. Пора бы западным коллегам определиться, с кем они в действительности борются – с террористами или с Россией. Как сказал один наш поэт, нельзя одним и тем же местом сидеть на разных поездах. Может быть, они забыли, от чьих рук погибли безвинные люди в результате терактов в Бельгии, Франции, Египте, Ираке и других странах. Говоря о ситуации в Сирии, напомню, что в Алеппо открыто 8 гуманитарных коридоров. Российским центром примирения ежедневно в город доставляется гуманитарная помощь. По указанию Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, 16 суток мы не применяем в Алеппо авиацию. В то же время более 2000 так называемых умеренных оппозиционеров при поддержке 22 умеренных танков, 15 БМП, 8 джихад-мобилей со смертниками и реактивных систем залпового огня вели массированные атаки и обстрелы жилых кварталов, школ и больниц. Большая часть этой техники боевиков уже уничтожена. Каждый день в Алеппо боевики расстреливают десятки мирных жителей за попытки приблизиться к гуманитарным коридорам. Разве это оппозиция, с которой можно договариваться? Для того, чтобы уничтожить террористов в Сирии, необходимо действовать сообща, а не вставлять палки в колеса партнерам. Ведь боевики пользуются этим в своих интересах. В результате перспектива начала политического процесса и возвращения сирийского народа к мирной жизни отодвигается на неопределенное время. Далее переходим к повестке совещания. Первый вопрос касается модернизации производственных мощностей для изготовления перспективной ракетно-космической техники. Отмечу, что для успешной реализации проекта требуются современные технологии и новые производственные мощности. На эти цели бюджетом предусмотрены необходимые средства. Мы будем контролировать ход производства ракеты и с учетом важности задачи будем рассматривать ее выполнение ежеквартально на наших совещаниях. Следующим рассмотрим вопрос оптимизации сети автомобильных дорог не общего пользования Министерства обороны. В соответствии с нашими планами, одновременно с военной инфраструктурой, мы развиваем и дорожную сеть. При этом в наших интересах содержать только те ее участки, которые используются исключительно для нужд вооруженных сил. Такой подход позволяет нам более эффективно расходовать бюджетные средства. В этих целях с 2013 года в собственность муниципалитетов и субъектов Российской Федерации мы передали более 300 километров автодорог, используемых совместно с населением. В ходе совещания обсудим дальнейшие шаги в этом направлении. Прежде чем перейти к заслушанию докладов, хочу напомнить, что в настоящее время проходит вторая всероссийская информационно-агитационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать». Главная задача – информировать молодых людей, которые хотят поступать в учебное заведение Министерства обороны, о позитивных изменениях в армии,
преимуществах военного образования и службы по контракту. Важно отметить, что планомерная и активная работа по военно-профессиональной ориентации молодежи дает положительные результаты. В текущем году конкурс в военные вузы в среднем увеличился до 4 человек на место. Все больше интерес к военной службе проявляют девушки. В ряде вузов на одно место претендовало до 16 абитуриенток. Проводимая акция будет во многом способствовать качественному и полному комплектованию учебных заведений Министерства обороны в 2017 году. Прошу руководителей органов военного управления принять личное участие во встречах с выпускниками образовательных организаций, их родителями, а также военнослужащими. Необходимо обеспечить широкое информационное сопровождение данных мероприятий. Национальному центру управления обороны и Главному управлению кадров организовать контроль за ходом проведения акции.